Освобождение от гитлеровских оккупантов – важная дата в истории каждого города. 20 января 1945 года ценой крови солдат Красной Армии и поляков закончилось мрачное время гитлеровской оккупации. За все время с осени 1939 по март 1945 года погибло больше 6 миллионов жителей Польши. Треть населения осталась без крова. Места памяти очень важны для наших жителей. Их в регионе много. Это и памятная доска в честь тех, кто ровно 74 года назад погиб, спасая солдат и офицеров разведки. Это и воинские захоронения, которых немало в Конинском регионе. Торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Польши от немецко-фашистских захватчиков, прошли в разных городах Конинского региона. На кладбищах в Конине и Можеславе, у памятной доски на площади Свободы, на военном кладбище в городе Кола и на приходском кладбище в городе Турек были возложены цветы и зажжены лампадки. Елена Почкарева, События Брянск.